Всем привет, с вами Zero Point. Продолжаем проходить GTA San Andreas ремастер или переиздание, или же ремейк. Хотя ремейком это назвать опять же нельзя, потому что это... Ой. Ой. Я случайно. Я серьезно не хотел. Ладно, мы едем к Биг Смоуку. Теть, прости. Отойди. Едем к Биг Смоуку. Я надеюсь, копы у нас пропадут или без копов нас пустят на миссию. Пустили, отлично. Просто не помню, как в старых этажках реализовано это. OG-Log миссия называется. Ну, Джеффи, последние 3 недели, так знаю, да. Эй, это Джеффи, как оно, как дела? Так чё, тюрягу хочешь? Чё? Не надо Джеффи забрать, он сегодня откинулся, хочешь прокатиться? Это не вопрос, кстати, что с Джеффри посадили-то? Да поговорим об этом позже, приятель. Погнали, опаздываем. Да, конечно, пиздец, быстро читайте, вообще я не могу просто. Так, мускулатура. А, забыл пожрать. Ох, сейчас надо пожрать. Рад с тобой затусить, брат, извини, переживай. Он больше не Джеффри, он теперь OG-Log. OG-Log? Чё за хуйня? Да, теперь офигеть, какой гангстер. Понял, что он сделал. Он делал все, что мог, чтобы попасть в тюрьму. Угонял тачки, не платил штраф за парковку и прочая хуйня. Руби музыку. А, вот же лок, это что-то в пиццерии, который работает. Как раз нам пожрать надо. Вот. Хорошо. Так, вот наш придурок. Ну только глянь на этого придурка, чувак. Ну потоньше, типа, прям крутой. Блять, да это не вот же лок, я же знаю, как он выглядит. Это пиздец какой-то. Эй, Джеффи, что с тобой? Ну, чувак, называй меня OG-Log, ты понял? OG-Log, сука. О, мой косяк, ты теперь в порядке, брателло. В порядке ты, а ты что знаешь? Чувак, расслабься, ты что теперь будешь делать? Братан, нужно убить одного мексиканца, он меня кинул. Ну, Джеффри, я думал, ты типа в колледж пойдешь. Ебать, у него ебало, конечно, у этого смог. Ну, козел убрал мой рейнбоу. Он же в разуге был, разрешил, дай-ка мне пушку. Хоть дерьмо колотить, залезай в какую-нибудь тачку, придурок ебаный. А теперь гангстер, типа, ты же свободный человек, все дела. Чувак, я не совсем свободен, мы друг друга, да он обряг меня, на, эти уроды, только и думаешь, что нас опустить. Это точно. Что могло быть и хуже, я могу специалистом по клинингу. Клинингу, что? Но скоро станешь пупом земли. Так, короче, блядь, заебали, я жрать. Все. Пошли в жопу, может и не выходить, кстати. Забирай, сам забирай себе. Так, пожрать быстро мне, быстро что-нибудь, я умираю. Быстрее, блядь, все, все, что хочешь, давай. Только побыстрее, да, блядь. Да, 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 да. Еще. Еще, блядь. Все, еще, хватит, нахуй. Все, пожрал. Теперь ты не будешь голодать. Хотя салат такой себе для пожирения-то. Салат это наоборот здоровая еда. Мне кажется, буду на жратву тратить больше, чем на получение от миссии. Хотя тут платят достаточно много. Под середину игры. Я ж врубал радио, какого хера? Меня за него посадят, за это радио. Чувак, ну сюда, это же район Багаса, ты чё? Дай мне бивать, я гангстер! Ладно, дадим Локу разобраться с Казановой.
Лана пойдет с Джеффом, то есть с Локом. Ладно, увидимся на районе. Блять. Можно сразу достану что-нибудь. Пошли. А что, я первый захожу? Какого хера? Фредди, я пришел за тобой, сукин ты сын, сука. Эй, Лок, погоди. Джефф, ты меня правильно понял? Это был только в тюрьме. Не дай я тебе их мухал, шас. Мне нужна твоя костлявая задница. Не слушайся, Джефф, хрен знает, о чем он. Верни мне, дай бог, горюга, я гангстер. Мил, ты мыл уронил. Не знаю никаких раймбуках. Эй, ублюдок, хочешь смыться? Блять, на чем догонять ты его? Естественно. За репутацию защитить. Он ждет меня, видишь? О, а ты меня ждешь, да? Спасибо. А ты что стреляешь-то, мужик? А можно я тебя убью? А убивать можно, нет? Мужик. Да иди ты, твою мать, а? Ой, блядь, блядь! Куда, блядь? Ебать! Что это было, нахуй? Да иди твою, блядь, воротить! Сука, скриптованный чертила не умирает. Давай, сдыхай уже, сука. Что, где мои все патроны? Я все патроны проёб. Да пусть сам стреляет, и не будут патроны на УЗИ тратить. Сам сдохни. Можешь попасть, пожалуйста? Пожалуйста, блядь, попади. Я тебя прошу, попади, блядь. Попади, сука, он по мне даже попал один раз. Или это я уебался просто? Ой, сука, копа сбил. Ну какого хера именно копа, а? Можно мы по встречке не будем кататься, как бы мы правила нарушаем, ничего? Ничего, что мы ПДД нарушаем, алло! Ебать! Сука! Телефон, пожалуйста, блядь, телефон, отъебись от меня! Блядь! Сука! Разъебались, блядь! Он ждет нас! Блять, заебал нахуй кататься, да? Что, мы на прогулку вышли, блять, на утреннюю, или чё? Куда ты едешь-то? Ну, может, мы уже остановимся? Нет? Я не буду патроны тратить, пошел в пизду, блять. Я знаю, что это скрипты ебучие. Ебать, куда ты полетел-то? В космос, что ли, Гагарин, блять? Или Илон Маск, блять, машину запустил новую? Ебать, он по стеночкам едет. А-а-а, блять, чё орёшь-то? Заебал, блядь. Ну ты заебал, сука, ну заебал, ну сдыхай, блядь, сука. Просто сколько можно уже, а? Убей его, блядь. У тебя патроны, что ли, без конь? Ебать, велосипеды штырило, блядь, жмыхнуло. Или я должен, типа, патроны все потратить? А давай попробуем все патроны слить, похуй вообще. Потом соберу, блядь. Блять, просто с два ствола, блять, не можем его завалить уже минут 10. Нормально вообще, нет, живем. Ебать. Ой, 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 блять. Ой, нихуя себе, нихуя себе, блять. Ебать, сука, вылазь нахуй. Блять, он его заебошь. Сука, я. I gotta go and sign in for this damn job. Whatever you want. You wanna ride anyway? Просто пиздец какой-то. Что это, блять, было? Сколько у меня хп? Охереть как много. Так, где ты живешь, блядь, пиццерии свои ебаные? Так, дай мне этот GMC свой этот. Это же GMC, да? Дай мне GMC, блядь, MC. Ой, это бабуля. MC бабуля, блядь. Ой. Ой.
Ой-ой-ой. МС бабуля, блядь. Джеймс, дай мне свой Джеймс. Может, ты сядешь? Щебанулись? Ну, чувак, у меня бицепс 17 дюймов в обхвате, блядь. Мне сделано это в тюрьме, как положено. Да, думаю, что ты как гангстер, блядь. Когда-нибудь мне дойдут руки до того, чтобы зайти в настройки и выключить радио, потому что я заебался его включать уже. Просто я заебался. А еще надо опять пожрать, сука, потому что у меня хп нет. Только что все бабки почти слил на еду. Целых 30 баксов. Или 40, я уже не помню, сколько я порций купил. До хера. Надо бигмаками питаться, они больше жир дают. По сути так. По сути должно быть так. Ух, нихуя, Инфернус. Или что это, блядь? Туризма. Классик. Спасибо, что подбросил, Сиджи. Всегда буду рад тебе, чувак. Конечно, увидимся еще. Так. Я не на миссию к тебе, если что. Я просто пожрать можно? Где вход главный? О. Отлично. Я просто пожрать можно? Можно, блядь? Ебать у него, конечно. Ну что это за Sims такой? Блядь, в Sims такая же прорисовка. Что за хуйня? Детский обед. Гора мяса. О! Вот это мне давай сюда, салатик. Блять, 5 баксов салатик стоит, ёб твою мать. Wonderful day. Охеренный день, да. Пиздец просто. Все, хватит нахуй. Да и ты уже говорил, ты чё повторяешься-то? Так. Давай сразу на Муджилок, а чё я кататься-то буду туда-сюда? Биг Смок подождёт, как говорится. А. Блять, меня это бесит, нахуй, уже. Меня уже это бесит. Давай сразу запомню, когда я, когда. С 22 до скольких? 6:00. Блять, он чё, ночью работает? Серьёзно? А чё он сейчас делает? А сейчас он, блять, чем занят? Пиздец. Хочу проверить физичность дверей. Открой дверь, пожалуйста. Я хочу проверить, работает ли физика на двери, или сквозь двери проходит. Кусты. Сука, непробиваемые, понятно. Ну, как в GTA 5, в принципе. Кусты бетонные. Хотя некоторые, через некоторые можно проезжать. А в некоторых бетонная это, стенка спряталась. Блять, ну куда ты, а? Опа, блять! Трюки, нахуй! Дерби, короче, устраиваем. Все, дерби. Так. Так, здравствуйте, я приехал. Бегущий пес. Ой, здравствуйте. Здравствуйте, господа ублюдки. Йо, Карл, увидимся. Какого хера мы забыли, копы хуевы. Посучи с котеля, блядь, не остану, а домой я большая шишка. Я ни хера ему сказал, блядь. Сорога готов, братишка Карл, блядь. Ага, как скажешь. Сам ты, блядь, братишка, чё обзываешься? Сам братишка, блядь, предатель ебучий. Чё у него с бровями, блядь, адекватный вообще, нет? Слушай, мой кузен из Мексики приезжает. Надо скинуть это братья. Ладно, пошли, двинули. Блядь, что у него с лицом, сука? Почему такая анимация лица уёбищная? Что у него, брови поднимаются выше... Я не знаю чего.
выше челки, блядь, просто. Который у него и так нет, по-моему, он лысый, кстати. Если чё. Без особой причины просто скучно, не было. Да, да ну. Да успокойся, кореш, не нервничай. Твои кузины приезжают из Мексики. Да мы с тобой, мы с ней давно знакомы, очень давно, бля, не понимаешь, гонишь пора, вот. А, это, фу. Карл, не вытаскивай больше. Да у меня все кузены и кузины. Так, вот моя кузина Мэри. Отличная, свеженькая, только с грядки. А, тормози, базарить я буду. Понял, блин? Блин, должен был догадаться. Где, вот это твоя кузина? Эй, извини, Хосе, есть Эль Грандо, паровозио. Мне нужна эта травка. Корм, привет, ты это, блядь? Иди нахуй, каброн. Карбон? Что, блядь, карбон? Угловолекно? Влак, блядь. Этот. Я размажу твои мозги, эль хуента пудента, блять, пижента, блять, пижо, ёбаный. Пыжик. Сейчас им взгрею. Что, блядь? Нано. А чё, у них даже оружия нет? Алло. А, ну есть. Ну, нельзя его пускать? А, почему я первый бегу? Потому что Big Smoke, блядь, бегать не умеет. Вот почему. Чувак, я выдохся. Ты, блядь, по лестнице сбежал, ёбаный дурак, блядь. Сейчас бежать по лестнице и выдохнуться, от кем надо быть-то? Догоните. Догоните или убейте? Вот я знаю, GTA, сука. Этим приколами своими я тут объеду, мне похуй. Ой, блядь, сука. Ой, пиздец. Да, интруты-то, блядь. Слышь, стоять, нахуй. Ой. Это копы? Ага, блядь, копы. Ой. Пошел нахуй. Не похуй. Блядь, ну ебаные копы, ну сука, ну что за пиздец? Чё он сказал? Thank for the money, блядь? Спасибо за деньги или чё? О! Нихуя! Ебать! Нихуя, у него денег. 1145, нихера себе, это я нажрусь, блядь, Биг Маков, сука. Биг Мака и Биг Смоука, блядь, сожру, всех сожру. Всё, пошёл в жопу. Так. Биг Смоук, я к тебе. Хуя, да, музыка охеренная. Здрасте. Можно ваши бабки? Ой. Ой, а я не к вам. Ребята, а я не к вам. А что такое? Я просто бабки забрать, вы чё? Чё я? Не-не. Тёть, ты, блядь, не отпиздить. Блядь, он живой, сука! Вот Toyota Supra, кстати. Блять. Что там отлетело? Кубик. Майнкрафт? Да кубик просто. По ту сторону закона. Блять, опять они что? Да вы заебали обыскивать. Карл, ты без дела не сидишь надеюсь. Вы меня знаете, офицер Темпенни, блядь. Да, Карл, тебя знаю. Я про все про тебя знаю. Не трогай, не убери свои просячила. Все правильно, Карл, я слежу за тобой. Не старать я хотел. Карл, вы следи за тобой. Сукин сын. Че он кинул-то в него? Что за фигня была, малыш? Это я тебя должен спросить. Да задрали уже, везде нос суют. Ничего я не заделал, так Темпенни влез, ну нахуй. А, верно, верно, блядь. Я подумал прокатиться. Аж трость щелкнула, шлепнул, блядь. Может, поможет в теме. Ладно, в деле.
Фу. Станция Юнити. Так, ладно, едем к станции Юнити, чё. А, кстати, когда второй город откроется? Ну, типа, очень интересно. Ну, она должна уже скоро открыться, потому что, как бы, вся игра еще впереди, и там несколько городов, как бы, должно открыться, там все. Ну, пора вас, ну, чё ищем-то? А, братва, встреча с пацанами Санфьера, да, решила что-то вместе тусить, Санфьера. Ну, мексиканский северный... блин, подловил. Похоже, они. А, блядь, та самая миссия, что ли? Эти козлы нас заметили. Блядь, да ну нахуй, та самая миссия, что ли? А что так они приметны? Надо валить их, дурил. Бля! Садись нахуй! Давай, вали их! Блять, пиздец ты косой, конечно. Ну он попадает, кстати, но они не умирают вообще. Да подожди, ты в поезд ты не стреляй. В поезд не стреляй, там люди, блядь, сидят. Блять, они неубиваемые, сука. Ебать! Ну, кстати, взрыва охуенный. Надо прививку что-нибудь сделать. О, заебись. Ох, нихуя! Вот эта картинка на прививку. Заебись, слушай. Блядь! Что? Я в поезде был. Я был в поезде. Внутри. Я просто хотел на превью как бы кадр сделать. Оказалось, в итоге в текстурках. Кажется, в оригинале я не мог такое сделать. И, типа... Как, блядь, это возможно вообще, сука? Как это, блядь, реально вообще? Это реальность? Убей, пожалуйста, их. Блядь, убивай их, нахуй. Что ты такой косой, сука? Да куда ты прыгнул-то, блядь, под меня, сука, дурак? Блядь, сейчас ебанет. Блять, ты одного убил, ты серьезно? Двоих, ладно, хорошо. Вообще не убивай, ну посмотри, блять, им вообще похуй. Им похуй на выстрелы. Мужик, может хватит, ну, конец. Блять! Да ну, да нет, блять, нет, сука. Садись, блять, да сядь на мотик. Блять, что это было? Это из-за того поезда я, кстати, в текстурке уебался, да? Я не мог просто сам это сделать. Один остался. Ну, стреляй давай. Еще полчаса его будем убивать. Ну, просто до пизды, блять. Копы уже давно должны были... Опачки. Ебать, да вылезь ты из меня, сука, заебал, блядь, отъебись от меня, сука, я не могу бегать. Да, за меня. Не-не-не-не, садись, как мотоцикл тебя выдержит вообще? Так, наверное, мы сейчас закончим эту миссию и закончим. Потому что времени мне мало осталось. Так что давайте я сразу начну прощаться, наверное. Всем спасибо за просмотр. Можно сказать, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока. Давайте, катсцена закончится. Джей, лучше бы ты не светился, надо, чтобы дурил из труп вытянулись. Какую-то херню. Все, всем удачи, всем пока.